Осенью 2024-го на телеканале ТВ-центр состоялась премьера сразу трех новых сезонов сериала «Дела житейские». Это картины от режиссера Евгения Сологалова. Главные роли, которые исполнили Ольга Павловец, Александр Пашков, Всеволод Болдин и другие. В новых сериях, помогая другим людям с их проблемами, Вера оказывается бессильна перед хаосом, в который превращается ее собственная жизнь. Саша уходит, рассудив, что он чужой ее семье. Захар стремится поскорее закончить их отношения, к чему она совершенно не готова. Но и работу никто не отменял. Теперь Вере предстоит найти жилье бездомным собакам, а также рассудить, мешают ли танцы в подвале спокойной жизни многоквартирного дома. По предварительной информации, дата выхода 8-го сезона из сериала «Дела житейские» состоится уже в 2025 году. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.